Ребята настолько талантливые за первый раз. Но самое главное, что вы сказали те слова, вот, которые относятся к ним не просто на 100%, а на 1000%. Я познакомилась вот, с девчонками и с Виктором в прошлый год, когда мы с Владимиром Владимировичем решили выделить деньги на подъемники для бассейна. И просто, когда мы пришли, вот я такое впечатление, что я у себя дома пришла. Но дело не в этом. Я расскажу просто про свое отношение. И дальше девчата подключились. Я неуверенный пользователь компьютера. Хуже ведь тебя, поэтому... Гораздо хуже. Поэтому, когда мне сын сделал контакт, они ко мне подключились, я их забрала. И я скажу от себя. Я даже и Танюшка, и Юля писала. Я говорю... Я вот просыпаюсь утром, открываю контакт, а там мне написано «С добрым утром!» И у меня всегда «Выпей чашечку кофе!» И я говорю, вот мы, я не хочу, девчата, я знаю, как тяжело вам жить, но мы вот хромаем на две ноги, потому что мы печалимся, я про себя имею в виду, о каждом. Что-то случилось, ой, все, трагедия, это. Угу. А здесь люди... помогают жить абсолютно здоровым людям. Они, вы мне, девчата, ведь вы мне помогаете жить. Кроме того, не только мне, кстати, я про вас рассказываю всем. И когда вот дальше я откликнулась, я рассказала Володе Денисову, он говорит, Лара, что ты мне не сказала, я бы тоже помог. И он тоже помог. И в этот год он мне уже звонит, мы чего-нибудь, вот, мы обещали там баню отремонтировать. Вы хоть ходите туда, девчата? Еще нам пока не подключили, выяснили. Да. Надо, наверное, все-таки... Надо, тогда вы мне напишите, да, потому что я ведь реагирую на ваши просьбы. Все, что вы сказали в октябре, пока молчок. Да, просто мы откликнемся. И ни один депутат в областной думе не проголосует против этого, это однозначно просто. Что, конечно, дело все не можем сделать, но откликаемся, стараемся делать, конечно, времени. Вот просто так получилось сегодня, как специально. Обычно в понедельник, вторник обязательно ярославские дни. Обязательно. Здесь перенесли на среду. И думаю, ну это как, вот, вот как будто вот чувствуют, что я должна к девчатам прийти. Но дело, я хочу сказать, любой человек, дальше депутат, он сначала человек. Вот это Виктор мне всегда подмечает, и мне это так здорово, там он женщина, мужчина, мама, папа, бабушка, я трех внуков. Но вы, богатая женщина. Я вообще столько имею богатства вот за спиной. Девчата, но вы и себе не даете покоя, и только поэтому... Вы так активно живете, и только поэтому вы настолько красивы. И обе съездили на Неву. Кто-то, Танюшка, правильно написал, не могут дать два раза. Это я написала, да? Ну да, не да. Ладно, королева-то у вас одна. Да. Дать людям известно. Но я смотрела, когда фотографии, я пыталась обмануть компьютер, я пыталась 10 раз голосовать. Нельзя, но я подключала тоже своих друзей. Девчата, вы настолько красивы, вы настолько хороши, что вот мои тоже два подарочка будут конкретно, конкретно вам, мои дорогие. Спасибо большое. Я вас очень-очень, я люблю вас. И не обижайтесь, если я, допустим, куда-то не приеду, потому что, значит, просто не могу. Мы сегодня просто даже удивились. Ни минуты покоя, ни секунды покоя.